Похитили свыше 11 миллионов рублей. В Казани завершилось расследование уголовного дела в отношении юриста и заместителя главного бухгалтера одной из общественных организаций. По версии полицейских, обвиняемые небольшими суммами переводили клиентские средства на счета посторонних фирм. Подробности у Альбины Асылгараевой. Как считает следствие, заместитель главного бухгалтера, сговорившись с юристом организации, похитили 1 миллион 117 тысяч рублей. При этом заместитель осуществляла клиентские платежи, часть из которых небольшими суммами перечислялась на счет фирм, предоставленных юристом. В дальнейшем заместитель главного бухгалтера действовал в одиночку. Аналогичным образом ей были похищены 6 миллионов 542 тысячи рублей, а также она перечислила на банковскую карту своей дочери еще 3 миллиона 490 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 11 миллионов 150 тысяч рублей. В отношении обвиняемых возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Решением суда в отношении заместителя главного бухгалтера организации избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Юристу подписка о невыезде и надлежащем поведении. Для возмещения ущерба в процессе расследования были арестованы двухкомнатная квартира, гараж и счета обвиняемых. Материалы дела переданы на рассмотрение в Вахитовский районный суд Казани. Альбина Асылгараева, Айрат Назипов, «Вызов 112».